В Юргу прошло торжественное открытие выставки «Южный Урал. Опорный край Победы». Проект основан на новой книге Романа Грибанова «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир». Книга и выставка содержат элементы дополненной реальности, которые проявляются при использовании телефона. Главной задачей и выставочного проекта, и, конечно же, первоисточника книги была познакомить с совершенно невероятными событиями и подвигами, которые совершили практически ваши сверстники. Выставка рассказывает о судьбах героев Южного Урала. В основе проекта – истории о 60 уникальных подвигах не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Благодаря фотографиям, комиксам и видеофильмам перед посетителями открывается полная картина жизни военных лет. Очень много здесь вы увидите историй, которые сопряжены с подвигами очень юных героев. Например, подвиг Николая Худякова, который и без вести-то пропал 23 февраля 1945 года, а до того успел пройти совершенно невероятный военный путь. После торжественного открытия состоялась встреча с автором книги. Роман Грибанов рассказал студентам ЮРГУ об уроженцах Южного Урала, сыгравших важную роль в Великой Отечественной войне. Автор рассказал студентам и о планирующемся третьем издании книги, в которую собирается добавить истории о челябинских связистах. Из этой информации выходят такие выставки, писатели находят материал для написания книги, замечательные книги, хорошая идея для выставки, как различные идеи видеоряда и комиксов, сочетание этого. Выставка находится на третьем этаже главного корпуса ЮРГУ. Она продлится до 15 марта.